Три светофора на перекрестке улиц Ришельевской и Большой Арнаутской не работают уже несколько дней. Четвертый дорожный регулировщик здесь вообще отсутствует. Светофор был сбит в результате ДТП, которое произошло на этом участке дороги в ночь с 17 на 18 августа. В результате в центре Одессы образовался транспортный коллапс. Автомобилисты, двигающиеся в разных направлениях, вынуждены спорить за преимущество движения и создавать аварийные ситуации. Светофор не работает. Проехать перекресток невозможно. Люди пройти не могут. Создаются неудобства. Не ровен час, может быть и ДТП. Надо что-то с этим делать. В замешательстве не только одесские водители, но и пешеходы. Одесситы возмущены. Из-за неработающих светофоров спокойно перейти дорогу невозможно. Когда светофоры здесь снова будут исправно работать, пока неизвестно.